марафон «Цінуємо українське» триває. Наступна гостя розкаже все не лише про здорове харчування, а й навчить, як за лічені дні привести себе у форму. Зустрічайте, власниця мережі фітнес-клубу «FitCures» Євгенія Біла. Євгенія, вітаю вас! Здравствуйте. Наші глядачі вже не уявляють марафони без вашої участі у них. У попередніх програмах ми обговорили багато актуальних, таких важливих, цікавих тем. Сьогодні зупинимось на вашій роботі в умовах карантину, адже вже місяць ви працюєте за новими такими стандартами, підходами. Розкажіть про це. Ми вже місяць працюємо, це особлива атмосфера. Ми відкривалися місяць назад, для нас це було як щось нове, тому що все-таки нові умови, і нам пришлось много адаптироваться, но мы были очень рады видеть клиентов и начинать с ними общаться уже офлайн, потому что все-таки до этого мы с ними держали связь онлайн, и мы получили очень много позитивных отзывов о том, что они нас благодарили, что мы их на этот период не оставили, что они были вместе с нами, они за нами наблюдали, они вдохновлялись, и именно наши тренировки, наш подход именно стимулировал их не останавливаться, и все-таки займатися собою в період карантину. І все ж таки, які найголовніші зміни відбулися? Графік, можливо, роботи змінили, або як підхід інший? Основний у нас змінився немного графік роботи, да, у нас додалось більше часу на уборку, на дезінфекцію, да, більше клієнтів ми стали, увеличили графік, тому що потрібно пропустити більше кількість клієнтів, вот, і клієнтам навіть, мабуть, комфортніше стало тренуватися, ми працювали на рівні записи, и каждая клиентка записывала свою тренировку, планировала. Так же само для нас, для тренеров, это был небольшой такой стресс, потому что женщина, вы же знаете, не на эмоциях работает. Сегодня я приду на тренировку, а потом передумала, поменялась, да. Вот. И, но мы адаптировались к этому, но зато часть клиентов, они начали планировать свои тренировки. Они говорили о том, что когда они не планировали, ходили в хаотичности, они так регулярно не посещали. Поэтому это для кого-то стало удобным, для кого-то некомфортным. Ну, как бы сейчас мы уже выходим на основной уровень, так как лето, все-таки тренировочки падают, и у женщин море, пляж, поэтому мы пропускаем именно согласно стандартам до 10, до 5 человек, поэтому женщинам комфортно тренироваться, тренер теперь больше уделяет внимание каждому клиенту, да, индивидуальный подход, как бы это позволяет быстрее достигать результата. Температуру меряете, как щодо занять в масках? Да, мы по-прежнему меряем температуре при входе, наш персонал находится в масках и в перчатках, клиенты тренируются без маски, но у них есть дистанция 1,5 социально 1,5 метра, мы обеспечили между тренажерами до 2 метров, поэтому женщины не прикасаются, все-таки тренировка в помещении маски, она как бы тяжелая, но на территории клуба они находятся, перемещаются в масках. Тренировка адаптовалась так, да, что, да, и вы, да, задоволены, главное, да, ваши клиенты. Ну, единственное, мы очень рекомендуем, что клиенты у нас все-таки тренируются в перчатках. Вот, это такой небольшой минус, но, тем не менее, лучше так, чем вообще никак. Літо, справді, в самому розпалі, тож, я думаю, охочих буде більше і більше привести себе у форму. Що взагалі розпочинається ваша робота з клієнтом? Приходить до вас до зали жінка і далі? Мы начинаем нашу работу, естественно, мы определяем ее нужду, понимание, что ей нужно. Естественно, активный образ жизни, потому что время диктует пассивный, и карантин нам показал, что онлайн люди стали менее активными. И одним из трендов, который сейчас набирает, и все рекомендуют, все-таки добавить активный образ жизни. Вот. И при возможностях и выходные, чтобы люди были не как бы сидячие, пассивные, а добавляли какую-то активность. Вот. Поэтому, естественно, это силовая тренировка, преимущество тренировки Кёрс у нас как бы 30 минут, но это 30 минут силовой тренировки. Женщина, приходя на тренировку, она запускает свои мышцы на 48 часов. Только именно силовая тренировка позволяет запустить мышцы на 48 часов, которые будут работать даже вечером, когда она будет сидеть на диване, уже отдыхая после рабочего дня. Это есть преимущество силовой тренировки FitCures и уникальность именно для женского организма. Следовательно, следующий подход, это мы, если женщина готова корректировать свое питание, то мы ей предлагаем марафоны здоровых привычек, мы даже их называем так, потому что, изменив хотя бы одну привычку, женщина уже начинает достигать определенных результатов. Ну, а если женщина не готова пока менять питание, потому что это все-таки сложный, осознанный процесс, к нему нужно подготовиться, то мы
предлагаем ей основные правила, которые она может уже применять, и это позволит ей удержать даже вес, который есть. Женя, вас можно назвать королевою здорового харчування. Ви сама особисто показуєте приклад, що все можливо. Дякуємо вам за це. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви розробили якесь літнє меню унікальне. Секрет да. его. Да, мы в этом году, у нас было время как раз, знаете, карантин. Час карантина, у нас было особое время, где мы могли уделить больше внимания, мы понимали, что к чему это приведет, выход с карантина, и он приходит на лето, а лето это особенный период, то мы разработали специальное меню летнее для женщин, что позволяет все-таки удерживать баланс белков, жиров и углеводов и правильно распределить, потому что есть минусы лета. Вот многие говорят, что летом худеть хорошо, есть такая вот миф, но это миф, почему, как говорится. На самом деле худеть без разницы как, то есть это привычки, это не время, не погодные условия влияют на похудение, а ваши привычки, потому что лишний вес – это наш образ жизни и привычки, которые мы в каждом дне несем. Поэтому, когда говорят там зимой и летом худеть хорошо, это неправда. Обычно даже летом женщины больше набирают, потому что они переедают фруктов, которые содержат сахар, либо происходит за счет теплового нагрева, да, вот обычно, знаете, днем нам есть не хочется, потому что очень жарко, мы не хотим есть, ничего не идет, да, мы выпали. Но как только солнышко садится, мы уже вечером приходим домой. Ну, а представьте, ваш организм целый день ничего не ел. Естественно, вы что хотите? Я же такая молодец сегодня, целый день ничего не ела, хотим себя побаловать. Вот здесь и происходит процесс переедания. Мы едим еду, у нас образовывается энергия, а вечером мы ее что? Тратить не хотим. И если мы ее не тратим, если у нас нет никакой активности, то, следовательно, эта еда откладывается в жировые отложения. Вот так вот летом незаметно для себя женщина и набирает. Вот. Меню позволило, помогло женщинам сделать так, чтобы мы уплотнили завтраки, потому что сделали их более калорийными. Это позволяет получить энергию женщине. Они более десертные. Мы добавили очень много фруктов, сладости. Это дает женщинам энергии насладиться, то есть не отказываться от большого количества сахара. Обед немножко уплотнили, то все равно по расписанию и сделали легкий ужин. Это позволит женщинам получить полный баланс белков, жиров и углеводов, сбалансированное питание и при этом худеть и ни в чем себе не отказывать. Насколько я разумею, меню было несколько вариаций, так? Так, мы уже исходя из клиента, мы сделали, так как лето, мясо, не все женщины тоже очень любят красное, мы сделали рыбное меню, мы сделали сезонное, да, там как бы рыба с мясом сбалансированная, ну и для тех женщин, которые больше любят там фрукты, то и для них вот такое меню. Оно тоже все сбалансировано, мы уже все просчитали, поэтому женщине только достаточно взять, приготовить, и меню женщина получает как в электронном виде, да, это для современных, но еще есть и, как говорится, книга, которая ей остается на память, потому что все-таки на кухне всегда находится такая замечательная книжечка, как помощь. Вот, это позволяет, потому что женщины разные у нас в марафоне, и более электронные, и более еще как бы времени книжного варианта. Цікаві факти розповідаєте. Да, ну как бы мы сталкиваемся, стараемся подключить, так как женщины у нас разного возраста, от там 20 до 70 принимают участие в марафонах, все-таки женщинам 70 лет тяжело в телефоне найти это электронное меню, еще где-то его распечатать. Она получает замечательную книгу, мы спасибо их выпустили, мы сами взяли их в руки, и просто хочется уже начать, они такие яркие, красивые, просто ну как бы уже взял в руки, ну, це справді супер. Женя, ну, звісно, про результати. Ось останні перемоги ваших клієнток. Які? Результати, звісно, різні. Вот, но есть и результаты, которых можно заявить смело, и ну, у женщин свои результаты. На сегодняшний день мы, наши женщины потеряли где-то уже 150 килограмм. Вот, самый хороший результат это 8200 за 2 недели, за 2 тычня, но в среднем на количество клиентов где-то 2-2,5 килограмма за 2 недели. Это хороший результат, потому что мы учим женщин радоваться каждому результату. Но вы знаете, результат марафонов не килограммы.
Результат марафонов – это то, что женщина, она учится менять привычки, она учится завтракать, она смотрит на свою тарелку, она понимает, что в ней должно быть. Сколько должно быть мяса, сколько должно быть углеводов, сколько должно быть овощей, фруктов. Мы их учим добавлять те продукты, которые они раньше вообще не использовали. Очень часто слышим отзывы от клиентов. Вы знаете, я полюбила такой продукт, который до этого вообще не употребляла. И он так мне понравился. То есть это как бы шикарно, да? Извините, брауни с кабачка, наша женщина в восторге. Вот, очень много разных десертов, которые они как бы добавляют и не просто, ну, восхищаются. Скажіть, будь ласка, Женечко, в попередніх програмах ви так розповідали, що працюєте онлайн, зараз продовжуєте роботу, можливо, якісь поради, можливо, якісь лекції, можливо, ще інші. Да, ми оставили супроводження онлайн, тому що у нас є часть клієнтів, які все-таки карантин у нас в країні продлівається, і вони ще все-таки бояться как бы, посещати, да, ми стараємося повернути, але у нас є 20% клієнтів, які ще залишаються з нами онлайн. Вони поки не посещають наші тренування, звісно, їхні абонементи, вони приостановлені до окончання карантину, і мы как бы следим за каждым клиентом, это ее важно, и мы их сопровождаем с помощью онлайн. Каждый вторник, четверг у нас проходят онлайн-тренировки. Мы добавляем им контент в питании, даем меню на неделю, ну как бы на день, когда она уже может, ну, их бы сопровождать. Поэтому, но в принципе мы увидели момент, опять-таки же, отзывы наших любимых клиентов, они говорят, вы знаете, на выходных была на даче, включила вашу тренировку, с таким удовольствием потренировалась, ну как бы, что женщины могут уже даже находиться на даче, потому что интернет сейчас набирает оборотов, они с нами тренируются. Говорит, я так с удовольствием с вами потренировалась, нам это как бы восхищает. Как бы на выходных мы не проводим тренировки, а женщины с нами тренируются даже на выходных. Женя, думаю, найочікуваніше питання від мене для наших глядачів – це ваші поради. Все ж таки, коли краще робити тренування, коли краще вечеряти? Ну, основные такие рекомендации, которые мы хотим дать в период лета, потому что летом тоже нужно как бы правильно распределять. То есть это то, что мы уже говорили, завтрак нужно уплотнять, потому что, чтобы он был более... Ну, это не значит, что вы должны переесть. Вот, он должен быть более калорийный, да, и если вы употребляете калорийную еду, то она должна быть в первой половине дня. Вот, если все-таки вы не можете отказаться от сладкого, и пока вы с этим боретесь, и вы думаете, что вы что-то делаете неправильно, не переживайте, это нормально явление, старайте ограничить его, чтобы порция в день была до 100 килокалорий. И вы можете спокойно и добавлять его в первую половину дня. Обед, пожалуйста, добавляйте овощи, фрукты, белок обязательно, да, и углеводы. А ужин делайте уже более легкий. Старайтесь употребление фруктов ставить в первую половину дня. Но если уже тяжело, то вторую, не позже вечера. Вот. Добавьте активный образ жизни. Если вы не можете посещать тренировки, посещайте нас онлайн, посещайте, делайте активный образ жизни, добавьте ходьбу, 15 минут можно утром, 15 минут вечером, где-то такой интенсивной. Это тоже будет активность, и это позволит вам сжигать калории, которые вы употребляете. И, звісно, ставайте клиентами FitCurse. Да, и, конечно, становитесь клиентами FitCurse, переходите, с вами работают специалисты, мы находим подход к каждому клиенту, и это позволяет нам помочь каждой женщине на разном этапе. Поэтому помним, все-таки профилактика здоровья – это намного эффективнее и лучше предотвращать определенные заболевания с помощью профилактики. Именно подвижный образ жизни позволяет вам быть здоровой, активной, молодой в это время. Це були цінні поради від власниці фітнес-клубів FitCurse Євгенії Білої. Попереду ще теж багато цікавого, тож не перемикайте.